22 автомобили пополнили автопарк Гомельского областного департамента охраны Министерства внутренних справ Беларуси. Во урочистых обставинах ключи от новых машин отримали супрацовники подразделения из разных районов области и города Гомеля. Усе автомобили айчинной вытворчести, закуплены на уласные сродки департамента. При выборе модели у транспортных сродков повышенные потребования предъявлялись до их техничных характеристик, бо от хуткости реагования залежит якость выполнения службовых задач. Автомобили, что сошли с белорусского конвейера, проверены часом. Первое подразделение Министерства внутренних справ, якое закупило для працы машины Джильи, миновито департамент аховы. Автомобиль является эффективным инструментом в борьбе с преступностью, чтобы наши наряды своевременно прибывали на место происшествия, ну и своевременно оказывали нашим гражданам необходимую помощь в трудную минуту. Каждый день у регионе на варте правопорядку около 50 автомобилей с группами затримания. Они выезжают по сигналах тревоги, сочат за захованием громадского порядку, раскрывают и спыняют злочинства и административные правопорушения. Новые автомобили позволят правоохранникам эффективно и оперативно нести службу.